Конечно, конечно. Это же это практически погружение в то время. Сейчас то ли начался, то ли еще вот начнется сериал «Мы из будущего». Печаль ситуации у сценаристов, да и у съемщика, в общем-то, никто не поправил, ни консультант, ни режиссер, ни сами ребята, которые участвовали. Вот он только вот, его уже проанонсировали, он, видимо, под 23-е либо уже начал демонстрироваться, либо будет демонстрироваться. Черные копатели, мародеры, про белых-то, про нормальных-то не сказали, а их соотношение примерно 1 к 10, 1 черный, 10 нормальных, примерно так. Так вот, черных опять зацепили. Поехали вот по черному копать. И провалились в 42-й год, в настоящую войну. Я для чего об этом говорю? Для того, чтобы, с одной стороны, ребята точно понимали, что снимается сейчас. То есть, к сожалению, не все вещи, а если быть точным, очень многие вещи подаются совсем не так, как на самом деле есть. Но не в этом суть. Вот это прикосновение к войне, которое реализовано в сценарии этого фильма, оно проникает в душу каждого человека, который туда попадает. Конечно, если он приехал туда не бездумно, не типа за компанией, не типа, ну, гляну я там, что там еще происходит. Когда вот приезжают такие люди, они ничего для себя не находя, бездеятельно проводят это время, там, допустим, 10-15 дней. Если глаза перестают гореть, там через полдня, там же работать надо. Что значит работать? Воды принести, дров наколоть, а дрова еще откуда-то надо зацепить. Лес-то стоит здоровый, сушняка нет. Значит, надо побегать по лесу, спилить на чурбаки и на своем горбу. Ну, по силе, понятное дело, что не будешь же грузить там человека сухощавого телосложения, например, там двухметровый кряж, да? Конечно же, по силам там лишь два человека или на машине это все. Но это же надо снести, потом попилить, поколоть, сложить, закрыть. Это работа, работа, работа. А еще выйти на поле боя, а еще полнокровно отработать. Вот мы не по 8 часов работаем. Сейчас вот постарше стали. Раньше вставали ровно в 8, и где-то не позже половины 10-го, у нас жесткий срок был 9.30, ну, плавающий его сделал, 9.25-9.35, а некоторое время был ровно 9.30, что-то, как полагается, флаг, там, построение. Ну, годы, как говорится, берут свое, и великодушие, надеюсь, прибавляется, поэтому и кости дают знать иногда, и, так сказать, иной раз напашешься с вечера, потому что приходим чуть не затемно. И вот мы уходим, например, сейчас в 10 часу, в конце, в 11 часу, можем в 12 уйти. Но никогда рабочий день не длится 8 часов. Ушли в 9 утра, в 17 мы не вернемся. Вот сумерки начинаются, вот и придем. А, соответственно, молодежь, если она под нас, например, смотрит, с вечера с гитарой посидит, например, ага, старики спят, ну и мы так поспим, как говорится, харю придаем. Вот. А старики встали, ну да, вроде нам пора вставать. И вот они, например, за нами утягиваются, они не вырабатывают свою энергию. Даже несмотря на то, что рабочий день всегда длится как минимум часов 10, минимум. Еще хочется, азарт появляется. Вот эта страсть в хорошем смысле слова и огонь, энергия в глазах появляется, когда человек действительно понял, прочувствовал через ум и сердце, для чего он сюда приехал. И мы уж вроде напахались до 10 часов, уже говорю, уж вот тут, а ему, глядишь, еще в два раза больше бы этот срок. И уже насильно, ребятушки, ну пойдемте, ну все, хватит, заканчиваем. Где-то можно даже и рыкнуть. Не оторвать. Почему процесс увлекательный и, главное, нужный. Человек осознает свою значимость в силу нужности. И тогда очень много становится возможным. Когда это все комплексно и профессионально. Знаете, там не штурмово, не аврально, не по верхам, а нормально, не торопясь, но неотступно, настойчиво и профессионально.